7 и 8 октября в манеже спортивного комплекса «Сибирский нефтяник» прошел региональный фестиваль ГТО среди студентов вузов. 8 команд состязались в 7 видах программы – беге на 60 метров, прыжках в длину, отжиманиях или подтягиваниях, челночном беге, поднимании туловища из положения лежа, наклоне вперед, беге на 2000 или 3000 метров. В соревнованиях ГТО есть какая-то определенная своя магия, потому что когда ты идешь сдавать какой-либо норматив, будь то отжимания или прыжки в длину, ты очень переживаешь, потому что, естественно, боишься за свой результат. Но когда ты начинаешь пробовать один, второй раз, третий, и видишь, что с каждым разом твой результат улучшается, конечно же, это не может не радовать. В нашем институте спорт – это одна из почти самых главных составляющих, но когда приходишь вот на сдачу ГТО, на любые соревнования, появляется какая-то особая заряженность, дух соперничества, потому что в каждом виде есть достойные соперники, которые могут себя проявить и с которыми можно, правда, посоревноваться. В этом году сам для себя личный рекорд поставил, что в прыжках в длину в школе там был рекорд 3 метра, сейчас вот прыгнул 3.08. Ну, в прыжках что? Это, наверное, с баскетбола пошло, то, что у нас там тренер тренировал, там выпрыгивание, там, ну, с места с грузом, там, естественно, эта вся нагрузка идет на ноги, и это влияет и на прыжок. Я с детства занимаюсь спортом, очень люблю спорт во всех его проявлениях, и это часть моей жизни с самого детства, родители привили. Занимаюсь на данный момент кроссфитом и хоккеем. Вот. То есть спорт никогда не уходил из моей жизни, поэтому и такой высокий результат.